Зоопарк Ортодайдо объявил республиканский конкурс на имя медвежонка. Положение конкурса опубликовали на сайте Минохраны природы республики. В состав жюри конкурса войдут представители Министерства охраны природы, дирекции биоресурсов, зоопарка и СМИ. Имена и прилагаемую к ним информацию принимают до 10 мая этого года. Напомним, что 24 марта медведица Колымана впервые вывела своего медвежонка из вольера. Он родился в конце ноября прошлого года. Но через полгода его отправят в другой зоопарк. Ранее сообщалось, что если выяснится, что это девочка, то малышку переведут в Санкт-Петербург. Это прописано в договоре между зоопарками. Положение конкурса – дать им имя малышу, медвежонку. Я бы хотела, чтобы назвали якутским именем, потому что Санкт-Петербург – это исконная родина, конечно, этого медвежонка, отца. И думаю, чтоб хотя бы знали, что есть Якутия.